Так, что-то тут как-то холодно, но недостаточно холодно. Прям чуть-чуть вот где-то либо рядом, и я не могу. Он свет выключен. Я сейчас включу. Я здесь. Давай, я сейчас душу. Я просто здесь как раз рядом. Слышь, кажись, этот мудак здесь. Потому что вот я... А, вот косточка, кстати. Да, здесь, нашел. Иду. 8 градусов. Мне вот прям конкретное место только определить теперь. А где он? В гараже? Нет, внизу, в подвале. А! Да, все, нашел. Возле холодильника мудила. Вот где лопата, короче. Дай нам знак. И похуярил. А, сейчас камеру... Блин, а как камеру так поставить? О, на колесо. Ништяк. А, я, кстати, мы не прочитали, что нам надо. Так, помощи, распятие, паранормальное, благовоние. Поговори со мной. Выключи свет. Блядь. О, летает, есть. О, возле холодильника. Ай, блядь. Возле холодильника. Сука. Так. Он свет выключил, блядь. А. Ну, у тебя генераторы рядом. Дай нам знак. Да я понял, что ты умеешь свет выключать, мудила. Покажись. Сука. 4. Дэвид Робинсон. Дай нам знак. Дэвид Робинсон. Вот он! Я его видел. Сфотал. И я сфотал. Пойдем смотреть распятие. Да. Пойдем смотреть распятие. Кстати, да, распятие. Должно же было сработать, возможно. Я думал, кстати, это атака уже пошла. Потому что он так попер. А, ну когда атака, он не сразу. Там с задержкой. Это всего троечка была? Да, все, валим отсюда. Ну все. Мудила. Мне кажется, это, кстати, не МП. Потому что МПшка, по-моему, не орала, когда мы там были только что. Бля. Я вот хотел Мару. Но там Мара, по-моему, этот... радиоприемник. А, нафиг я фотик-то взял. Ричард Робинсон. Еще один Робинсон. Братик, блядь. А может, батя. Или дед. Опять тот же дом, серьезно? Ну да. Тогда в натуре семья, блин. Блин, а как так камеру поставить, чтобы это... Да вот я тоже сижу и думаю. Я... О! Так, АМП сработало. Слышь? А, это я. Я думал, он ящик открывает, а это я пытаюсь камеру поставить и цепляю ящик, короче. А, здорово. И я такой думаю, я чуть не это обосрался прям вообще конкретно. Покажись. Дай нам знак, покажись. Покажись. 4. Покажись. 4. Покажись. Покажись, понюхай благовоние, понюхай. Понюхай, занюхай, понюхай. Пошли проверим, должно сработать было, кстати. Я просто, ну, наготове держал и вместо говорить нажал на F-ку, блин. О, мы все выполнили. Ну, все здорово. Только мы не определили, сработало. Кто это. Да, пойдем, там четверка МП была. Давай сразу методом исключения смотреть. Так, МП. МП не может быть, все, сразу отпадает. Ага. Радиоприемник может быть. Полтергейст, в принципе, кидается, хорошо. Запись в блокноте не может быть. Не может. Носовая не может быть. Слушай, так. Остается только радиоприемник. Я говорил, не отвечал, я выключил его. Остается, если что у нас еще есть? Полтергейст. Ничего больше, ничего не подходит. Подожди, серьезно? Да, только полтергейст. Минусовой нету. МП нету. Да? А, ну все, тогда поехали. Ты в курсе, что мы за 6, за 7 минут все это выполнили? О, Диман, слышь, чё? Чё? У тебя достижение, уведомление где всплывает? Слева внизу или справа вверху? А, в разных играх по-разному почему-то стало. А, да?
Так, зажечь благовоние, остановить призрака при помощи... Соль, соль есть, отлично. Так, беру камеру, беру фонарь. Как зовут-то? Джонсон какой-то там. Бля, ебать, что за имя? Дороти. Дороти Джонсон. Ага, вот шкаф открывал еще, мудила. Ну-ка. Нашел. Отлично. Я вот прям сразу думал, вот, ну вот здесь где-то. Причем это хрень в шкафу. Так, а где ты, блядь, там? Дороти Джонсон, я нашел твои тапочки. На, походи. Здесь, что ли, да? Слева, вот, слева там. Угу. Находила? Пять. Понял. Ну-ка, дай-ка еще в шкаф насыплю, на всякий случай. МП пятая, минусовая, все окей. Дай нам знак. Осталось благовоние и распятие. Распятие там дохуя, надо его вывести. Зажег. Благовоние, зыркай благовоние. О, появилось, вижу. Распятие осталось, распятие не засчиталось. Она прям на кровати появилась, когда я ушел. Дай нам знак. Я вижу. Че, ты нашел? Да ты так в шкафу стоишь. Да. Я тебя спутал. Дороти Джонсон, покажись. Дороти Джонсон. О, чё? Чё? Там свечка по кровати попрыгала. Блять. О, блин, не успел. Сфоткал? Нет. А где? А где она? Чё, в смысле, она поёт? Что? Она дверь призакрывала, блин. Да, я знаю, она появилась. Я начал дверь приоткрывать, и она в этот момент появилась, поэтому я не успел сфотать. Чё, в смысле, она пела? Что, блядь? Она пела, да, я тоже слышал то, что... Я охуел. Дверь закрывает, дверь! Всё. Чё, всё? А я не сфотал. Бля, она поёт. Она, в смысле, она не попала в кадр? Чего? Слушай, давай почитаем про фантомы. Сейчас, давай, я в шкаф зайду сейчас. Не, давай выйдем просто. Фантом. Я пойду ещё один фотик возьму, я кадры все профукал уже. Это призрак, способный вселяться в живых людей, обычно появляется в результате неосторожного использования доски Уиджа. Он вселяет страх во всех находящихся рядом с ним. Один лишь все, кстати, вид фантома заметно снижает ваш уровень рассудка. Если вам удастся сфотографировать фантома, он на время исчезнет. Вот почему он, наверное, исчезал. Слушай, что ты говоришь, распятие сработало? Да, все сработало, у нас осталось только... ну мы все... Все, мы выполнили. Ну все, туда пора валить. Не сфотал эти, блин, следы. Ну, ее не сфотали. Да ее, она причем стояла, почему я не сфотал, что за бред? Я просто фото, а ее нет в кадре. Ну ладно, хрен на вас. Не жалко. Джозеф Тейлор. Ну, хотя бы нормально. Датчик движения. О, соль и МП. Минус 0.6 было. Вот здесь вот. Хорошо. Он, короче, где-то вот здесь вот. Ну, вот видишь, где я соль рассыпал? Где-то он здесь шарится. Минус 1. Минусовая, окей. Дай знак. Че, где он ходит-то? Че за мудила? Че он не ходит? Дай нам знак. Твою мать! Блять! Наверх, быстро. Давай прям по прямой. Да. Все, идет. Идет за мной. Фонарик выруби. Нахуй фонарик включил. Я не включал. Резко он, конечно, начал свое деяние, блядь. Вообще жестко, блядь. По-моему, там и МПшка была пятая, если не ошибаюсь. Ага. Но это не точно.
О. Ага. Охренеть. Датчик по-любому должен был сработать. А чё, он же ходит, тут чё за бред? А, вон он натопал под телефоном. Ой, да-да-да, под телефоном. Можешь прям туда это положить? А вот. Ну я посмотрю это. Я только хотел камеру посмотреть, и он такой... О, привет. Здрасте. А, распятие брошу. Блин, я тебе тачку изгонить. Ладно. Так, распятие взял. Кикинул там, на всякий случай. Так, может, демон? А, ну демон в блокноте рисует. Так, благовоние нам не надо. А, мы все выполнили. О. Датчик движения, все это. То есть, тип призрака. Минусовая и больше пока нифига. Покажись. О, блядь, пинается, блядь, книжкой. Ага, видел, да-да-да. Слышь, слышь, ты еще раз ее пнешь? Очко рассажу. Дай нам знак. Покажи себя. Дай нам знак. Дай нам знак. Поговори с нами. Поговори. Ах ты, сука, вот он, фоткай. О, нифига здоровый. Сфоткай его, сфоткай. Сфоткал, сфоткал. Охренеть, он здоровый. Четыре. Я, кстати, поставил МП Банши. Давай, ну пошли, чё? Это не Банши. Не Банши? Ты не уверен, что это Мираж? Мираж, по-моему, не может наступать на соль, потому что он летает. Сейчас почитать про него. Мираж практически никогда не касается земли. Практически. Соль? А соль токсична? А, она не оставляет. Значит, да, это, значит, это тогда... Да, Банши. Это МП. Ну, пойдем попробуем. Ты представь, я там на лестнице стоял, эта хрень была выше двери. Интересно. Ну-ка. Да. Неплохо. Вот видишь, как работает ЭМП, непонятно, блядь. А градусник тоже, я же лестницу сразу чекнул. А в итоге он оказался возле двери, блядь. Распятие, фотка, благовоние. Распятие, как зовут? Нэнси Джонсон. О. Нашел. Блин, отлично. А я ничего не нашел. Ну, потому что на втором этаже. Только я маленько не пойму, где конкретно. Ну где вот эти 9 градусов? А, серьезно? Ну да, логично, топор в зеркале. Ага, спасибо, я свет не просил выключать вообще-то. Угу. Вот тут здесь на зеркало. А, он здесь и топал. Да. Дай нам знак. Распятие в двери лежит. О, вот она! Все, я благовоние выполнил, иду обратно. Я просто заорал, и она тут же появилась. Покажись. Три. О! О! Радиоприемник Next. Спасибо. Следующий. Покажись. Пойду посмотрю эти отпечатки. Отпечатки есть! Я сфотал. Я сфотал. Помой голову. Помой подмыхи. Побрейся. Ты же свечку затушила, скотина. Зажигалка. Нашел. Нэнси Джонс. Помойся, грязная. Ой, все, пойдем отсюда. Диман. Ага. Ай. Я хочу докопаться до нее. Нэнси Джонс. Ай. Нэнси Джонс. О! Приветики, здрасте, ля-ля-ля. Ку-ку.
господи. Покажись. Нэнси Джонсон, давай. Покажись, Нэнси Джонсон. Слышь, что? А, нет. Ой, блядь. А. Че? Стоп. Он моргал свет. А может, распятие сработало? Ой, блядь, ты кричи сколько хочешь, а. Нэнси Джонсон. Распятие сломано. Все, пошли. Пойдем отсюда нахуй. Распятие сломано, блядь. Я его в руки беру, думаю, что-то оно какое-то маленькое стало, блядь. А оно сломано, у нее просто сломано все. А, кстати, она закрывала дверь. Она закрывала, у нее какая... В смысле? Че? Распятие дважды сработало, скорее всего. Это второй раз было. По-любому. Да, все, выполнили. Смотри, когда я к двери подходил, она на замок была, типа, замочек был. Она закрывала, сейчас да, была... Да, атака начиналась, да. Атака начиналась. Типа, моргал свет и не запиралась дверь, я слышал. А, ну все тогда. Мы ее убили. Мираж, да.